этом видео я вам расскажу, как просто и легко выкопать ямки для столбиков. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. И в этом есть маленькие нюансы, о которых я вам расскажу. Для замеса цемента используем старый бак от стиральной машины. Тут ровно помещается 5 ведер. Одно ведро цемента и 4 ведра мучки. Засыпаем ведро цемент. Прежде чем насыпать туда цемент, я наберу воду. Для перемешивания раствора я буду использовать вот такую вот старинную дрель. Потом постепенно добавляем мучку. Можно смело насыпать доверху, проверено, тут ровно 5 ведер. Для столбика используем вот такую вот трубу диаметром 50 миллиметров и к ней привариваем арматуру. Арматурку зажимаем вот такой вот струбцинкой маленькой. Вот такие вот у меня получились трубы. Вот эта труба у меня сантиметров 50. Сама арматура сантиметров тоже 50. Длина всего 90. Тут у нас чуть-чуть длиннее труба, там глубже ямка есть. Это 1,10 м. Для нашей почвы нам достаточно даже углубления на 60-70 сантиметров. Как я выставляю столбики. Первый столбик у меня уже застыл. Второй столбик я ставлю по уровню. Вот примерно вот такой вот будет у меня уровень. Надо мне чуть-чуть его утопить. Для чего я приварил вот эти вот кусочки чуть-чуть выше? Для того, чтобы можно было с легкостью вбить их в землю. И сейчас мы это и сделаем. И проверяем, что нам показывает уровень. Вбиваем еще чуть-чуть. И проверяем. О, отлично. Отлично. Сейчас можно спокойно заливать бетон. На одну ямку примерно уходит одно ведро. И один замес у нас получается примерно 4 столбика. Сейчас можно утрамбовать. Выпустить воздух лишний. И дать застыть.
Арматурка вбилась в землю и очень устойчиво стоит, так что можно заливать следующий рядом столбик. Вот тут вот я срезал на торцевой пиле ровненько под 90 градусов, для того, чтобы можно было сюда приварить площадку для крепления бруса. А сейчас я вам расскажу о нюансах. Вот у меня две насадки на бур. Одна 200-я, вторая 150-я. И если у вас земля очень мягкая, без корней, без камешков и всякого старого мусора, то, конечно же, лучше копать буром. Но если у вас попадаются корни, хлам какой-то, непонятно что, то без стакана вам не справиться, потому что этот бур, он не может перерезать ни корни, ни захватывать камешки, ни выгребать их. Мне даже попался один большой камень в стакан, но хорошо, что это было в конце, и я оставил его там на месте, не трогая. И вот что у меня получилось. Вот столбики идут в ряд. Все отлично, ровненько, все по уровню. Поставь лайк, подпишись на канал и жди следующего интересного видео.